Дары волхвов прибыли в Украину. Два часа назад одно из самых значимых христианских реликвий встретили в Киево-Печерской лавре. Золото, ладан и смирну называют материальным свидетельством евангельской истории. Их мудрецы подарили новорожденному Иисусу. Приложиться к святыне в Киеве уже собрались несколько тысяч паломников. Некоторые ожидают на морозе с 7 утра. В Успенском соборе служили литургию, молили за то, чтобы в Украине установился мир. Самі по собі дари не змінюють наше життя, але наша молитва до Бога біля них може багато чого зробити. Будемо молитися в ці дні не тільки кожен за себе, а і за Україну в цілому.